18.20 – роковое наследство. 19.00 – прогноз погоды. 19.05 – час пик. 19.30 – эти забавные животные. Нечеловеческие проблемы придется понять и прочувствовать тройке азартных игроков. А в качестве гостя в студию приглашена корова, которую будет доить Валдис Пельш. Телевизионная игра. 20 часов, чтобы помнили, Юрий Белов. Ему исключительно удавалась роль своего парня, в чем-то легкомысленного, в чем-то практичного, но в любом случае хорошо поддающегося воспитанию. К концу всякого фильма его герой становился на верный путь и решительно направлялся в светлое будущее. Программа Леонида Филатова. 20.45. Спокойной ночи, малыши. 21 ровно. Время. 21.40. Любовь с привилегиями. Дело, как водится, было на курорте. Приехал туда один персональный пенсионер, в прошлом крупный чиновник, и завертелся у него неожиданный роман с женщиной-шофером, что водила в санатории малолитражный автофургон. Фильм 89-го года, режиссер Владимир Кучинский. В главных ролях Любовь Полищук и Вячеслав Тихонов. 0.15. Каскадеры. Мир трюков. 0.40. Новости. 0.50. Программы передач. Такие фильмы и передачи вы увидите на ОРТ 5 февраля, в четверг.